Всем привет, друзья! Наступает последняя неделя уходящей календарной зимы. Ну и я уже потихоньку начал готовиться к летнему сезону рыбалки, то есть к открытой воде. Ну и сегодня хочу сделать поплавок для дальнего заброса, что-то типа бомбарды из подручных материалов. А именно, мне понадобится вот такой вот кусок, не знаю, как этот материал называется, что-то типа пенопласта, очень плотный. Заранее вырезал с него уже вот такой вот ромбик, наметил по центру отверстие. Теперь его нужно обработать. Этот поплавочек я буду делать для ловли уклейки. Наверняка многие знают, что уклейка очень рано весной активизируется. Для начала нужно сформировать само тельце будущего поплавка. Для этого вкрутил саморез, зажимаю это все дело в дрель, подтягиваю. Ну и теперь при помощи наждачной бумаги мне надо сформировать тело. И начинаем скруглять. Ну и вот в конечном итоге, что у меня получилось. Такая большая длина мне не нужна. Сейчас обрежу примерно 0,5 сантиметра. Выкручиваю саморезик и выравниваю верх и низ. Верхняя часть поплавка готова. Дальше мне потребуется палочка из-под чупа-чупса, также ушная палочка. Отделяем от ушной палочки вату. Почему именно две таких палочки? Смотрите, как они замечательно входят друг в друга. Теперь внутреннее отверстие нужно расширить при помощи шила под размер вот этой вот палочки из-под чупа-чупса. После того, как расширил, вставляю палочку от чупа-чупса, немного ее вот так вот сюда вытаскиваю. Здесь нужно сделать что-то в виде грибка при помощи зажигалки. Нагреваем край и вот так вот сплющиваем. Такой грибочек получился. Опять при помощи шила расширяем отверстие. Примеряем будущий киль. Все отлично входит. Теперь можно вот эту вот часть уже пододвинуть непосредственно до самого тельца поплавка. Ну и вот, друзья, что у меня уже получилось. Сейчас немного приберусь и продолжим. Дальше мне потребуется клеевой пистолет и немного олова. Пока пистолет греется, наматываем олово на палочку от чупа-чупса, вот с этой стороны как раз, где у нас ровная плоскость. Это у нас будет грузик. Думаю, 2 рядка будет достаточно. Сдвигаем его непосредственно к самому телу поплавка. Можно даже развернуть, чтобы было чуть на конус. Вот что получилось. Заранее из фольги свернул вот такую вот вороночку и как раз снизу вырезал отверстие, чтобы сюда входила вот эта вот антенка. Теперь нижнюю часть хорошо-хорошо промазываем клеем. Промазали. И вставляем в вороночку. И хорошенько вот так вот поддавливаем. Ждем, когда клей застынет. Далее разгибаем и смотрим, что у нас там получилось. А получилось вот что. Лишний клей вот этот срезаем. Скажем так, больше для красоты. Хочу еще одеть кусочек термоусадочки вот на этот шов. Теперь можно отрезать нижнюю часть поплавка, вот эту вот трубочку от чупа-чупса. Оставляем примерно 3 миллиметра. И здесь также расплавляем, как сверху. Немного нагреваем и сплющиваем. Вот это вот, друзья, уже и есть бомбарда, но она у меня будет с антенкой. А антенка мне нужна для того, чтобы не использовать стопорки на леске. Грубо говоря, леска будет продеваться вот в эту трубочку, а стопорок будет заменять вот эта вот антенка. Вставляете, и какая вам глубина нужна, такую вы вставляете у поводочка. Тут такая вот мини-бомбардочка у меня получилась, друзья. Потратил, как вы видели, я около 30 минут работы. Сюда можно еще одеть какой-нибудь шарик, чтобы поплавок был более заметным. Ну и чтоб ни у кого не возникло никаких сомнений, давайте посмотрим, как он себя ведет в воде. Вот такой вот, друзья, простенький, но эффективный поплавок для ловли уклеечкой у меня получился. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал, обязательно. Всем пока и до новых встреч, до новых интересных видео. Наверх ходил шарик из пенопласта, так этот поплавок еще будет более заметным.